Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим. Приглашаю вас сегодня, как всегда, провести вместе вечер, поговорить на интересные темы, поесть. Я не знаю, слышно ли вам, будет ли вас это раздражать, за окном идет дождик, целый день идет дождь. Посмотрите на мое припухшее какое-то, как заспанное лицо. Вот я сегодня целый день такая из-за такой погоды, как какая-то вот такая припухшая сонная муха. Уже немножко начинает меня утомлять моя самоизоляция, но вот, я думаю, вы заметили по количеству выпускаемых мною видео, что мне реально нечем заняться, я уже изнываю от скуки и снимаю. Вот, самоизоляция закончится 12 июня, и по всей видимости я умчу куда-нибудь в сиреневые дали, и вы меня не увидите, ха-ха-ха. Вот, ну вполне возможно, что я куда-нибудь пропаду, потому что реально засиделась, а еще сидеть прилично. Итак, представляю сегодняшнюю еду. Сначала издалека, потом поближе покажу. Это зажаренный рис с яичком и остатками ингредиентов, которые остались от кебаба вчерашнего. Супчик такой же, как вчера был, киранкук. Маринованные огурчики, свежие огурчики. Котлеточка зажаренная, куриная, судя по всему, в панировочке. И что-то типа наших драников, такие вот картофельные оладушки, и к ним соусик. Итак, давайте кушать, давайте дегустировать все это. О чем сегодня поговорим? Поговорим на тему, о которой вы меня спрашивали, где я вообще сейчас нахожусь. Почему мы переехали? Был такой вопрос, некоторые все-таки заприметили, до некоторых дошло, что мы переехали. Потому что были возмущения по поводу того, как же я прохожу карантин в одной квартире с мужем. Так, давайте сначала попробуем. Дело в том, что мы уже не в квартире, мы уже переехали. Сегодня, как всегда, со мной мои тренировочные палочки. Мне девушка в комментариях одна написала: «Лиля, Лиля, привет. Что не хватит есть этими палочками?» Потом будет трудно переучиваться. Но я решила, что эти палочки будут изюминкой моих мукбангов. Почему бы нет? Взрослая тетя, которая ест детскими палочками. Вполне себе так харизматично и запоминается, короче, сократим. Короче, друзья мои, мы вернулись в старый дом. Старый дом, в котором жили до этого. Незадолго до моего возвращения сюда, в Корею, муж переехал. У нас истекал срок договора аренды на квартиру, на ту студию, в которой мы жили. И, недолго думая, мы решили переехать, потому что практически сразу, там через пару месяцев жизни в квартире, мы стали понимать, что это немножко не наше. Немножко не наш район и немножко не наш формат. Какая хрустящая панировка. Mm-hmm.
Кстати, просили записать рецепты. Ну, сразу скажу, мой муж не очень хочет этим заниматься. Он пробовал вести свой блог. Он сказал, что это очень тяжело, что это занимает огромное количество времени. Вот, понимаете, вот вам отзыв от неопытного человека. То есть все так с виду легко и непринужденно, но да. Особенно если речь идет о приготовлении еды, этот процесс в значительной степени растягивается, если ты готовишь это на камеру. Если ты выставляешь кадр, готовишь ингредиенты. Потом начинаешь вести съемку. Это все может занять огромное количество времени. А если ты еще и с работы пришел, то и подавно не захочется ничего подобного делать. Поэтому он вряд ли будет записывать видео, только если с моей помощью. Кстати, чтобы наша связь не была односторонней, напишите мне, пожалуйста, как у вас дела, какие переживания, какие мысли. Сейчас лето началось. Чувствуете ли вы, что началось лето? С каким настроением вы входите в это лето? С какими мыслями, с какими переживаниями? Итак, увлеклась едой, рассказываю про дом. Переписывались на эту тему с мужем, пока находились на расстоянии, и приняли решение вернуться в старый дом. Единственное, что тут изменилось, был осуществлен ремонт во всех комнатах, и мы въехали вот в такой вот старенький снаружи, но новенький внутри дом. Здесь достаточно комнат. У нас вырос огромный кот-кабан, который просто даже этого пространства такое впечатление, что ему мало. Он с такой скоростью насытится и все сшибает на своем пути. Плюс еще одну кошку я привезла, теперь нас четверо. А там, глядишь, и пятеро, как говорится, и шестеро. Ну, в общем, на перспективу. Попробуем вот этот картофельный оладушек. На перспективу, думая наперед, вперед, муж решил все-таки переезжать. Такие мысли закрадывались сразу, практически после переезда в квартиру, где-то на первый-второй месяц. Мы поняли, что немножечко не наше. Муж тоже особо не жил, да, но вот только в детстве жил в доме. А тогда этого тоже снимал квартиры в высотках. И когда мы пожили в доме вместе, когда я сюда первый раз приехала, мы, видимо, прочувствовали, как это классно. Как это классно иметь огромную веранду. Мы живем в двухэтажном доме, на втором этаже весь этаж занимаем мы, второй. Как это классно иметь веранду, как это классно иметь такое большое пространство, как это классно, выйдя за дверь в чем угодно, ты сразу оказываешься, ну, можно сказать, на улице, да, можешь дышать воздухом, там выйти с чашечкой кофе, с каким-то завтраком к себе на свою веранду. При этом уже находясь в непосредственном контакте с улицей, но все еще оставаясь как бы на территории своего дома. Плюс район. Район тоже имеет значение. Когда я снимала обзор продуктов, многие, кто здесь тоже живет, спрашивали, где ты нашла такие цены супер дорогие, почему? Ну, в принципе, да, тут продукты не дешевые сами по себе, но цены тоже разнятся в зависимости от района, в зависимости от локации. И там район новостроек, видимо, размышляя так, что раз есть у вас деньги жить в таких вот, в общем-то, новых благоустроенных домах, то есть у вас и деньги как бы переплачивать за продукты и за все остальное. То есть там цены в магазинах по соседству реально более высокие, чем здесь.
Также мне здесь нравится, что здесь максимально шаговой практически доступности есть вокзал. Есть вокзал, близко достаточно находится центр города, что тоже огромное преимущество. А вот этот район новостроек, в котором мы жили, это вот кажется, что не остановка, то жилой комплекс, да, то есть вы едете, и все еще вы едете сквозь эти жилые комплексы. Каждая остановка — это какой-то жилой комплекс. А чтобы добраться до центра города, это надо просто, я не знаю. Конечно, если есть автомобиль, это хорошо. Если его нет, как у нас, то это, знаете, достаточно проблематично. Я скучала по этому району. Мы пару раз сюда приезжали. И нас конкретно прям укачивало до тошноты просто до тошноты. Нас, взрослых людей, просто до какой-то дурноты. Выходишь из автобуса и абсолютно чувствуешь себя вот таким вот одуревшим. То же самое, если надо было добраться до центра города. То есть это, мы поняли, что это не наш уровень жизни, не наш. Есть такое выражение: рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Но у всего есть какие-то свои границы. Какой смысл жить в маленькой квартире-студии, в районе с завышенными ценами на продукты там и на все. Что в этом такого хорошего? Зачем стремиться к этому уровню? В ущерб, получается, себе. Мы вернулись в то место, которое некоторые приезжие называют трущобами. Да, нам лучше жить в корейских трущобах, в большом просторном доме. Ходить в недорогие местные магазинчики. Здесь и недорогая одежда есть по соседству. И недорогие продукты питания, и есть где погулять, и, ну, в общем, все супер, да? Не всегда стоит стремиться к каким-то таким общепринятым идеалам благополучной жизни. Нам хорошо здесь. А что еще нужно, если нам хорошо? В общем-то, хорошо – это тот самый критерий, на который стоит ориентироваться. Вот это престижно, непрестижно, успех, неуспех. Если тебе хорошо, это уже успех. Все. Тянуться, за все переплачивать, зачем это нужно? Не вижу в этом никакого смысла, и я очень рада, что муж поддержал эту идею, потому что изначально я первая озвучила вот эту мысль, что что-то я скучаю по старому дому, по старому району. Давай съездим. Вот мы съездили раз, съездили два. Каждый раз, когда мы сюда заезжали, мы набирали целый пакет продуктов, тащились потом с этими мешками домой через весь город. Потому что какие-то акции там, какие-то скидки, цены более приемлемые.
Здесь мы, кстати, нашли нашего кота возле супермаркета напротив дома. Мы здесь и подобрали нашего кота в этом районе. Здесь также была, по всей видимости, его семья, потому что там какие-то тусовались рядом взрослые коты, которые на него похожи были. Ну, поэтому можно сказать, этот район – это родина нашего, родина нашего кота. Единственное, что я, конечно, очень рада и довольна, что удалось осуществить ремонт, потому что было такое ощущение, как будто бы, знаете, у этого помещения все-таки есть какая-то негативная, ну не то что негативная, какая-то тяжелая аура. Все-таки дом старый, и тут понятно, что, по всей видимости, прожило немало людей. То есть эти стены, это все хранит какую-то свою историю. Какую историю, мы не знаем. Но реально бывали такие мистические случаи, когда мы просто ругались здесь, живя здесь, ругались, не понимая вообще причины. То есть мы ругались в пух и прах. На утро просыпаешься и думаешь, а как вообще так получилось? В смысле? Вот это вот очень такой был очень интересный, любопытный момент. Прям мистика какая-то. То есть реально мы садились, начинали разговаривать, и я говорю, ну не было же причин. Да, не было причин. А почему вот это вот все произошло? Почему мы поругались, да? И это происходило с завидной регулярностью, причем, знаете, как вспышка какая-то. Например, сидим там, пьем кофе, все хорошо, потрясающее настроение. И вдруг ни с того ни с сего какая-то начинается заварушка между нами. Это, конечно, было очень странно, но вот так. И после ремонта, вот серьезно вам говорю, как будто бы очистилось пространство. Просто настолько вот, знаете, какая-то светлая энергетика, что просто без причины тебя распирает от радости. Просто ты сидишь и улыбишься, как идиотка, просто без всякой на то причины. То есть реально вот, знаете, очистилось пространство. Ремонт был такой конкретный, то есть выскребли все просто. Выскребли все до самого основания, содрали полы, стены, все везде, и в душевых, и на кухне, и в зале, и везде, и окна, и ну, короче, все. Это чуть ли не перестройка была, и очистилась энергетика дома. И, естественно, мы хотим тут как бы счастливо и гармонично жить. Вот так вот, вот такая вот история. Пишите, были ли у вас в жизни какие-то мистические истории, связанные с какими-то местами? Что вот вы чувствовали, что как-то энергетика места как-то странным образом влияет на вас? Итак, всем огромное спасибо, что были со мной, что поужинали со мной. Чё-то я сегодня не без аппетита явно. Все, и вроде так ела, хомячила. И на месте все. Ну, котлету я схомячила, да. Суп на месте. Вот это вот почти все на месте. Ну, что-то ела, ковыряла, да? Мистика. Так, всем спасибо. До новых встреч. Не забывайте ставить лайки, поддерживать мой канал. И люблю, целую. Пока-пока.